месяц. Это дождик кратко идет. Больше всего меня трогает, интересует. Вот когда в степи бываешь, канавы, вот оно видно, прорывы, и заканчивается ямой. Вот яма. Это вручную копали лопатами по скотина, где пасти разрешалось. Вот она идет, канава, видать. Километры. Никаких экскаваторов тогда еще не было. Это ужас просто. Какой народ был, как погубили все. Дали землю, частное пользование там как. И вот здесь сейчас покажу. И на ту сторону дальше проходит, вон как разбухано. Около батюшки сохранилась там канава, в рост человека сегодня, спустя 100 лет. 100 лет все она зарастает, меняется, и однако же вот так. И где бы ни были, везде канавы, канавы. Сейчас канавами пользуются, военные приезжали, видно, окопы рыли. Ну, играют в войну. Есть такая картинка была. Взрослые сидят и маленькие танки там, ну, на столе разыгрывают. Военная операция, маршалы. И маленькие девочки, две рядом. А что, разве взрослые играют? Пока играют, а там видно будет. Ну так. Ставят сейчас сеть, проверяют. Ненужное там отвязывают. Уточку выпустили. Поденина радуется теперь своим рассказывать. Где я была? Какие-то страшные существа. Я так боялась, я ныряла, а кто-то меня держал за ножку. И когда они меня вытащили, вытаскивали, голова моя в воде была, я так нахлебалась воды. Ну и вытащили меня, так и обмерла, не один, а двое. Двое, какие они страшные. И, наверное, сейчас все. И вдруг он начал меня распутывать, а другой помогает. Я гляжу на них, решила не дергаться. А сама молюсь только, Господи, чтобы они меня распутали. Они распутали, что-то начали кричать. А там на земле еще один стоит и тоже говорит что-то им. Или... И отпустили меня. Ну, я сразу нырнула в воду и под водой ногами заработала. Старалась долго не выплывать-то. И куда нырнула, так в обратную сторону выплыла-то. Подумала, как бы они меня не тронули. И вот я теперь дома. Ой, к слову сказать, я ее и вижу даже сейчас. Там где-то она. Сейчас только видел, но уже не вижу. О, можно подумать, что молятся, это рыбу так достают, смотрят. Видите, как даже, тут можно молиться, руки уже подняты. Чтобы на каждом месте поднимали мужи руки без гнева и сомнения. Вот видите, как верующие люди делают. Рыбу ловят и попутно молятся. Две миссии выполняют у них. Вот все у них, все заканчивается. Слава тебе, Господи. Подъехали ко второй сети. Проверять сейчас буду. Машина наша прошла. Помогает братья Устинову, своему брату Кириллу. Четвертый день уже ездит в Корчино.
Какая тишина. Ни одной волны нету. Это Таша, разбудили наши там. А вот она где. Ну, подплывает. Там нельзя подъехать. Я все исследовал. Давай. Жук. Подожди. Вот так. Теперь бери веревочку в руку и сюда. И что интересно, вода когда поднимется, здесь будет еще удобнее, а там еще круче. Подтаскивай, Володя. Так. Елена застряла с трассы. Ее надо вытаскивать, говорит. Как она могла застрять, когда дождя не было? Ну давай. Может, там сильнее дождь прошел? Так, сколько в той сети было? В первой. А мы не посчитали даже. Не посчитали. Много, да? Ну давай, это вытаскивай. Сейчас Игорь подъедет. С Куном работает. И останетесь здесь кто-то. А Сергея отправим. Давайте, берите. Потащили. Берись за нее. Сейчас быстро Сергея отпускать надо. Вытаскивайте сюда, потом подъедешь сюда. Там никак нельзя. Там ведро возьмешь только и все. Поднимай выше. Вот сюда, вот она где была. Во, вот она где была. Давай. Он не может, косолапый. Нет, смотри. Ноги отсидел. А? Ноги отсидел. А-а-а. Так вы не знаете сколько. А где больше? Не знаю. В какой сети больше? Тоже не знаете? Мы обычно считаем, а сегодня что-то не посчитали. А сегодня нет. Вы просто сбились, потеряли счет. Сбились. Это хорошо, что не умеете считать. Но сейчас посчитайте. Сергей машину подгонит. Она далеко поставили сегодня там. Сергей, ты не помнишь, где больше-то взяли? В каком, с какой сети больше? Раз, два, считайте. Три, четыре, пять, шесть, семь. По себя считай. Ну все, протереть ее, просушить, чтобы легче было. Сколько? У меня 23, а у тебя? 22. А у тебя? 22. 45. 45. Вчера 45. Как же так? Ну ладно, протирайте. Значит, Сергей, ты его сейчас там довозишь, разгружаешь и с Леной свяжись. С Аленой. Угу. Что там делать-то? Если поедешь, тебе какая-то веревка нужна с собой. Я на своей ее не вытащу. У меня такая же машина. А что надо делать тогда? На Ниве надо ехать или на УАЗе. На Ниве. На Ниве батюшка только. С батюшкой садись в его и все. Как она могла застрять? Ну ничего не сделаешь. Так, я отошел от вас, ребята, понятно? Да. Ты с лопатой приезжаешь. А ведро не надо? Ну, надо ведро, потом будем ведром подтаскивать, останется. Даже, может быть, и два ведра. Это Игорь с собой возьмет, скажи. Ты только брусок тащила, не забудь взять, и лопату, какая тебе удобнее. Потому что придется срезать с травой песок в конце. Я пошел туда. Значит, Сергей, да, Алену вытащить. Застряла, там, наверное, дождь прошел ночью. Ну все, пока, я пошел.